И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games и в эфире The Isle. Это гайд для новичков. Многие меня просили на стримах и в комментариях под видео: Sky, сними, пожалуйста, небольшой такой обзорчик, сравнение, как выглядят динозавры в мире Айла от роста Джува до Фула. Насколько мы знаем, что даже профессионалам мира Айла иногда бывает тяжело определить противника другого динозавра на расстоянии, особенно если становится темно, и какой-нибудь игрок на гиге Джуве направляется к противнику, видя вдалеке, допустим, взрослого Трайка, а на самом деле ему кажется, это Джув Трайк. Вы меня понимаете, о чем я. Подойдя к нему, он понимает, что у-ля-ля, а там Фул Трайк. То есть тебе уже не повезло, особенно если там какой-нибудь хищник намного крупнее тебя. Так вот, в этом гайде я покажу тебе, как выглядят динозавры, как выглядит их рост, чтобы тебе потом не перепутать, не спутать их ни с кем. И в случае опасности убежать, скрыться в кустах, скрыться под елкой, либо просто лебнуть сервера. Что, конечно, наказывается и карается иногда перманентным баном, если ты нарушишь много раз. В общем, смотри, запоминай. И ставь пальчик вверх. Ах, да. Совсем забыл сказать, что данная серия будет разделена на две части. В этой части мы рассмотрим травоядных, а во второй — хищников. Запоминай и учись. Ах, да. Еще раз забыл совсем сказать. Если мое видео вдруг совпадет с чьим-то контентом на Ютубе, не надо потом писать: Sky, ты плагиатишь чужие видео. Ребята, я не делаю этого. Все, приятного просмотра, запоминаем.